Я родился, вырос здесь, на этом острове. Ну, лично мое мнение, это российская территория, это моя родина. Как это взять и отдать? Короче, хватит раздавать уже российские земли. Наверное. Аляску уже отдали раз. Хватит разбазаривать российские земли. Все, нужно остановиться там, где мы стоим. Это наши острова, это исконно русские острова, поэтому тут даже не обсуждается. Поэтому я, конечно, это даже разговоров об этом не может быть, это только наши острова. Мы их обживаем, мы их обустраиваем. Построена амбулатория, садик детский, дома сданы, асфальтирована дорога. Вообще жизнь улучшается, замечательная здесь жизнь. Хотелось бы, чтобы сюда приезжали молодые специалисты в школу. Нам нужны молодые, озорные, готовые прям вот творить и дерзать люди. Я думаю, что острова японцы мне отдадут, потому что они нам очень тяжело достались. Это, считай, наши деды, прадеды за них воевали, чтобы их отвоевать. И я думаю, что просто так их не отдадут. Хотя японцы приезжают, они считают свои, эти острова своими до сих пор. Но я считаю, что нет. Потому что они нам очень тяжело достались, и сколько здесь полегло наших, чтобы они были нашими. То, что отдать хотят и забрать, точнее, хотят японцы. Наши не, мне кажется, не отдадут наши куривы родные, не-не-не. Наши, это, ну, мне кажется, это наши и должно быть оставаться нашими. Ну, я считаю, что это большая глупость была бы, потому что Курилы исконно русская земля. Мы здесь прожили, нас отец сюда привез в 73-м году. То есть мы здесь прожили больше 40 лет. Остров наш, значит, наш, и ничей. Завоевали, отвоевали, значит, только наш. Ну, я бы не хотела, чтобы отдали остров японцам. Я думаю, что японцы уже сами в это не верят. Ну, думаю, что 100% наши Курилы не отдадут японцам. Я почему-то в этом уверена. Значит, что бы делать? Ну, наверное, бастовали бы, конечно. У нас как-то некоторый раз как-то говорили, ну это уже давненько было, то, в общем, если бы нам заплатили деньги какие-то, мол, чтобы нам на материке там где-то квартиру купить, все, мы бы, мол, Курильские острова отдали бы. Некоторые были такие люди. Ну, не буду я по фамилии называть. Кое-кто остался, а кое-кого уже нету здесь. Приехала из Казахстана. Ну, мне здесь, ну, мне нравится. Даже, знаете, я сама удивляюсь, я стала привыкать здесь, и мне уже как-то... Все это вот красота, эти горы, вулканы, все это такое, мне уже нравится самой. Ну, мне и сюда дочь с этим, с внуком приезжает тоже, сюда мы решили их перетянуть. Здесь у меня родственники живут все. Здесь интересно жить, здесь хорошие люди, добрые люди. Очень красивый остров, очень. Такая красота завораживающая, море, океан. Вулканы, это вообще, мы живем как в кино, в хорошем кино, и люди здесь добрые. Сказочный подарок жителям Курильска. Вот эти вот источники, все вулканического происхождения, все из недр земли, такая прелесть. Отдать, не отдать, конечно, не отдать. Зачем? Это наша территория. Сколько сюда уже вгрухано и средств, и сил, особенно моральных, людских сил, сколько сюда вложено, зачем? Нет, это все, даже разговариваться не будут. Может, там где-то в Москве будут бродить, давайте отдадим. Нет, Дальний Восток никто не будет так думать. Тем более и налоги сколько идут, и рыба идет отсюда по всей стране. Поэтому нет, Курилы останутся. И даже говорить не надо об этом.